НАТО примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Напомню, накануне Турция отменила свое вето на принятие этих стран. 126-й день войны. С вами Нехта. Самое важное и актуальное к этому часу. Расисты снова кошмарят мирное население Украины. За ночь несколько десятков жертв из-за попадания в жилые дома Лисичанска, Николаева и Харькова. Вот такое доброе утро. Рот Путина Песков назвал условия для немедленного окончания войны. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие. Расисты снова кошмарят мирное население. В результате ночных обстрелов Харькова пострадало 2 человека. Ракета упала прямо возле жилого дома и повредила близлежащие дома. Ударили и по Николаеву. Ракета прилетела из оккупированного Херсона. В результате атаки в одном из подъездов многоэтажки разрушены квартиры с 3-го по 5-й этаж. А в Аркастане снова будут рассказывать, что это военный объект. 4 людей погибли, еще 3 ранены. Жертв может быть больше. Спасатели все еще разбирают завалы. Вот такое, доброе утро, у нас. Это, все окна, все, дом напротив. А вот так выглядит ракета Х-22, которую россияне ударили по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. Видео с моментом попадания опубликовал Зеленский. На записи видно, как ракета попадает в торговый центр. Таким образом, президент опроверг утверждение российских пропагандистов, что это был то ли поджог, то ли детонация в ангаре со снарядами, и что попадание было в военный объект. Украина накануне созвала Совбез ООН с призывом привлечь Россию к ответственности. Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала пам'ять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати, просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому невинних людей на цій війні, розв'язаній проти українського народу. Я закликав ООН скористатись вже наявними механізмами статуту ООН, щоб припинити російські маніпуляції структурами організації і щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі. Последние несколько суток расисты с особым цинизмом издеваются над украинцами. Прямые попадания пришлись на многоэтажку в Киеве, далее был торговый центр в Кременчуге, многоэтажки в Очакове, Харькове, Днепре и Николаеве. У россиян опять повод для радости. Какой-то артиллерист нарисует себе звездочку, какой-то офицер получит медаль от Шойгу, какой-то русский мужик приклеит к себе букву «Z» на авто. Многие люди страдают. Их научили думать о том, что русские – это негодяи, плохие убийцы. Такого нет, они потом сами убеждаются. Абсолютно все не так. В Минобороны РФ анонсировали новые удары по городам Украины. Страна-агрессор заявила об огневых позициях в Бахмуте, Чернигове, Северске и Высокополье. Не обошлось и без фейков о том, что защитники Украины якобы удерживают мирных граждан в качестве живого щита. Куда именно после таких заявлений могут прилететь аналоговнетные ракеты, одним расистам известно. Все мирное население под прицелом у террористов, убивающим украинцев. Цель по докладам пехоты была уничтожена. Задача достигнута. И о последних сводках с фронта от Института изучения войны. Российские войска продолжают штурм Лисичанска. Представители самопровозглашенной ЛНР заявляют, украинские силы начали отходить от города. Однако это не подтверждают данные института. Кроме того, расисты пытаются безуспешно наступать на Северославянск, а также не могут продвинуться по трассе Харьков-Белгород. Отчаянно препятствует продвижению украинских войск к границе и Изюму. В Генштабе сообщают, армия расистов потеряла уже 35,5 тисяч окупаційних солдат і офіцерів. На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ. На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка-Верхньокам'янка. На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда-Клинове. Має частковий успіх. Закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40.
Так называемая спецоперация рашистов может закончиться до конца суток. Рот Путина Песков назвал условия для окончания войны. Мол, украинцы должны сложить оружие, а спецоперация идет по плану. Оно и понятно, успехов на фронте у рашистов нет, и они ничего лучше не придумали, как кошмарить мирное население, еще и условия ставить. Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия Российской Федерации. И все может закончиться до конца суток. Остальное – это уже размышления главы украинского государства. Тут бы хотелось ответить Пескову что-нибудь в стиле письма запорожских казаков турецкому султану. Текст этот подходит к случаю как нельзя кстати. Однако там много нецензурной лексики и, скажем так, современным языком пожелание идти вслед за российским кораблем. Но лучше мы озвучим более приличную версию ответа от офиса украинского президента. Опять за ультиматумы. Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее по приказу. Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности. Перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от ядерной пропаганды. Интересные параллели от главы Генштаба армии Великобритании. Патрик Сандерс сравнил нынешнюю войну и реакцию на нее Европы с ситуацией 1937 года. Тогда нерешительность мировых лидеров и желание задобрить Гитлера еще более распалило его аппетиты. Мы должны действовать быстро, чтобы не допустить расширения территориальной экспансии России. Полностью подтверждает эти слова британского генерала и ситуация с умиротворением Путина. Вот немецкий лидер снова валяет Шольца и не может ответить на конкретный вопрос. Над ним смеются даже журналисты. Вы могли бы дать конкретную информацию о гарантиях безопасности, которые будут предоставлены Украине после войны? Да. Конечно. Мог бы. Российские оккупанты похитили законного мэра Херсона Игоря Колыхаева, которого выбрали жители города. Его местонахождение в данный момент неизвестно. Об этом сообщила его советник Галина Лишевская. Законно избранный мэр до последнего старался следить за делами в городе. Колыхаева схватили люди в форме Росгвардии и увезли в неизвестном направлении. Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от новоназначенного мэра, где тот приглашал его обсудить будущую организацию взаимодействия. За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошел. Мы все в опасности. Все под ударом. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева. Новые печальные находки в Мариуполе. При обследовании зданий в левобережном районе, в доме, куда пролетела рашистская бомба, обнаружены более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют. Они продолжают эксгумацию лишь во дворах школ и детских садов. С 1 июля начинают сносить дома. Оккупанты уже открыто признаются, компенсации за разрушенное жилье не дадут. Ми бачимо, що вони руйнують будівлі, і, на жаль, вже не всі будівлі вони розбирають і дістають від цих завалів, дістають тіла загиблих маріупольців. Тобто вони вивозять розруйновані цілі будинки на смітник разом, на жаль, з загиблими маріупольцями. Тобто ці російські окупаційні війська, вони прийшли лякати, вони прийшли вбивати. Если война продлится 2 года, из Украины за границу навсегда уедут до 5 миллионов человек. Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. По ее словам, если война продлится еще дольше, уедет еще больше людей. А когда закончатся боевые действия и снимут ограничения на выезд мужчин, то воссоединение семей состоится не в Украине, а за рубежом. Ну, залежить от кількох речей. Перше и главное – воевые действия. Якщо гаряча фаза війни закінчиться відносно швидко, то незворотня міграція становитиме десь 500, можливо 600 тисяч осіб. Якщо війна затягнеться, при чому затягнеться її гаряча фаза, то люди, багато з них переїдуть, скажімо, до Німеччини, до Італії, до Штатів, до Австралії, там, тобто далеко від України, не в сусідніх країнах опиняться, то тоді незворотня міграція може сягнути 5 мільйонів.
А на этом у меня вся информация, самая актуальная в наших телеграм-каналах. А просматривая рекламу в Ютубе, вы поддерживаете развитие команды «Некто» на всех фронтах. Нести правду помогает и ваша активность. Благодаря комментариям, лайкам и распространению ссылок, ролики показываются еще большему количеству людей. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей!